Зинаида Марфина лежит в травматологии. Из трех пострадавших у нее самая легкая травма. Когда выбегала из горящего дома, оступилась, почувствовала острую боль в ногах. У меня вообще болят ноги, а тут я, наверное, оступилась, что ли, где. Угу. Вот я сейчас согну ногу, угу, вытяну, она у меня не сгибается. В травматологическом отделении лежит еще одна пострадавшая. Она поступила в состояние средней тяжести, прыгала со второго этажа и получила серьезную спинномозговую травму. Женщине предстоит несколько месяцев лечения. Ну, я, как вам объяснить, прыгнула на носочки, на коленки. Угу. Коленку ударилась об грудь сюда. Потому что у меня и зуб выбил, и вот весь синяк. Мы планируем провести операцию на позвоночнике на следующей неделе. Состояние остается стабильным, но требуется хирургическая коррекция. Здесь будет проходить? Да, операция будет проходить здесь. Нет, не собираемся. В наших условиях будем проводить и ортопедическую операцию. В реанимации самая тяжелая больная. Она получила обширнейший ожог тела и дыхательных путей. Родственники настаивают на переводе ее в Москву. Врачи против. Есть святой принцип в медицине. Non nocere, первый, не повреди. Пойти на поводу сегодня, так сказать, у людей, переведите в Москву, мы ее просто не довезем, называется. Больная нетранспортабельна в ожоговом шоке, чтобы это было понятно. За жизнь девушки сейчас борется ряд врачей. Приехали московские специалисты из ожогового центра Вишневского, но пациентке по-прежнему очень плохо.